Чай, самарский чай. Ша. Хай, мне, пожалуйста, предзаказ на зеленую табличку. О, первый пошел, мамонтеночек. Спасибо, Артемка, спасибо, братишка. Пеги, запускай, давай табличек побольше. Сейчас. Скоро, братачек, спасибо тебе большое, спасибо. Спасибо, солнышко, спасибо, мой дорогой, спасибо. По вы этому лохи. Поводу. Заказывайте табличечки сейчас, пока не подорожали. Я потом продавать буду, лохи, мне еще одну зеленую, плиз. Спасибо, братишка. Надо инвестировать сейчас, потому что... Все, цены поднимаются, успей сегодня, потому что завтра цены в два раза станут дороже. Да, я знаю. Давай еще и два. Ебать. Спасибо, блядь. Вот, пожалуйста. Сашка. Я люблю Дениса. Он живет в Самаре, катается на БМВ и любит жена Ленка. Там зеленая табличка у нас 4 штуки было, да? Чего? 4 штуки зеленых табличек было. Я не помню. Блять, мне надо, Саня, там еще это можно 4 штуки, еще там надо еще табличек не хватает. У меня там есть немного таблин. Я вот сейчас прям заезжаю. Надо еще табличек, ты сразу заходи, сразу за табличками в ад, пизду. У меня же предзаказы. А, предзаказы табличек? Да. Мама, ты ебать! Да, это, и зеленых надо, по 4 еще надо, Саня. Саша. Да. Саша. Сашенька. Когда ж ты уже поумнеешь, а? А то сидишь, жрешь, тютя. Вот у меня, ну, знаешь, какие наушники? Четыре таблички звучат красиво. Ебать, да я тебе хуй отсосу, брат, откуда ты приезжай, я тебя сосну на праздник, на Новый год, прям под елкой. Ты что, дурак, что ли? Ебать, Саня, у меня теперь тоже будет на гарнитура. У меня теперь тоже будет Азис, Рок, Дельта. Саня, давай табличек побольше. Фарми, родной. Ты заходишь? Я зашел. Когда ты в игру заходишь, там нет выбери. Кого выбери? Там будет у тебя предложение по-английски, там нажми «нет». Кого нет? Мозгов у тебя нет. Я знаю, я из Самары. Давай ты таблички, видишь, да. Вверху теперь карта появилась. Да. Все, теперь нормально. Кидай, стала. Саня, кидай. Таблички, на тебе, все, короче, все таблички на. Да. Во! Так, 7 табличек, Тёма. Вот как раз у меня 7 табличек, братан. Чё, мне это, в Яшу? Да, Саша, давай в Яшу. У меня 7 есть. Итак. Артём просил, чтобы мы написали здесь май. Чё, блин? Май. Лифе. Май лифе. Май. Май лифе. Май... Рулес. О, господи. Во. Все, я в Яш. Вот, смотри. Вот. Тём. Ну как тебе, брат? Так ты хотел? Малиф и май рулес. Да. Итак, ребята, вот почетные люди. Вот они. Вот, вот это таблички, напоминаю. Вот у меня есть прейскуран всех табличек. Смотри. Привет, дедуля. Ой. Позвони, пожалуйста, другу, поздравь по-братски вот. С днем рождения друга Артема Сергеева. Итак, ребята, подождите, смотри. Уникальные, по 2К. Бля, так они же по 2К, не по 4К. Блять, в натуре. А как так получилось? Как, ебать, кризис, нахуй, во как, сука. Вот, смотри, уникальные.
4К, полууник, это полууникальная 1К и простая самая. Это вот, видишь, этот от цветами отличаются. Она, ну, 500, смотря. 4К уникальная, полууникальная. Вот, смотря, да. Вот такие таблички у нас в замке. Вот такие, смотри, да. Вот это вот по 1000 остались. 4 штуки по 1000, ребят, успейте купить, вот. По 1000, блин, да. Ребята, смотрите. Вот, смотрите, вот это наш замок. Вот он, смотрите. Вот в этом замке вы можете увековечить свое имя. Вот, в табличках, то есть картинах. Да, это не просто таблички, это картины настоящие, блин, вот. Реально. Вот, смотрите. Да. Вот это наша, ну, так сказать, империя. Вот. Ля, ебать, красивое имя. Подожди. Итак, смотри. Итак. Итак, смотрите. Вот это вот будет вход. Вот это вот вход будет в секретное. Ну, тут будет самое элитное таблички. Вот. Ребят, успейте сейчас купить. Вот. Самые элитные таблички. Вот вход будет. Дед. Да. Ты го, как из клуба Boys, разговариваешь. 6 лет назад другой был голос. Да. Ну, потому что тогда я был Давидак, а сейчас кто? Сейчас пожилой Дональд Дак. Да. Все, и пошел в лаву. Да, да, я. Все. Все, Саня. Почти принес. Да, да, я Саня, я внесу. А нам нужны редкие вот эти вот камни, редкие самые. Камни редкие? Да, из которых мы будем делать стены в секретной комнате. Да. То есть самые крутые, типа самые элитные. Такие, которые только в аду есть. Валера, кому ты меня так не любишь? Заям, мне тебе плохое что-то отправлять. Да, я хотел какой-нибудь новогодний подарок. А где адрес увидеть? Ну, вообще, мне можешь это в инсте написать. Я тебе скину свой адрес, и ты можешь прислать подарок. Только без обмана всякого, блин. Потому что пена приедет за посылкой, блин. Я не хотел, чтобы, ну... Да. Так, ребят, осталось 16 табличек по 4000. Забирайте, блин, потому что завтра они уже будут по 10 тысяч, блин. Все-таки Новый год скоро. Пожалуйста, забирайте, потому что хочу именно, чтобы вы стали обладателями элитных мест в данном замке. Давидак. 17 штук осталось всего лишь, блин, уникальных. Да. Вот, ребята, смотри. Так, вот тут красные будут. Вот, здесь может быть ваше имя. Ого. Прикинь, Саня, да? Тут может чье-то имя быть. Прикинь. В подвале. Да, это элитный подвал. Пожалуйста. Смотрите. Валера. А. Я хочу задонатить и повесить тебя на табличку. Сколько это стоит? Это стоит, значит, смотри, зеленая 4000, красная 2000, а вот такая вот, смотри, 500. Вот, только такие сейчас цены. Вот, так, только так вот я могу. Ну, это демократичные цены, да. Ну да, потому что с учетом, ну, поднятия курса доллара, блин. Пока пожилой аферист строит бани, сауны с проститутками, Саня якобы бегают за табличками, а сам выдает их себе рес-креатив режим афера 22 века. Да, а потом да, да. Саня покупает наушники за К. Вопросы? Не. Фэк. Итак, смотрите, вот здесь могут быть ваши имена элитные. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Не, я, вот мне предлагали, знаешь, я купил себе, Саня, торт, ты видел меня в Телеграме? Тортик себе на Новый год купил. Да, Палыч, вкусный. Да, прикинь, блин, вот, а они меня, знаешь, говорят, типа, давай торт пенису в ебальник кинь и сфоткай за 10 тысяч. На хрум-хрумке.
Спасибо, Джонни. Я считаю, что это нормальная сделка. Он говорит, кинь типа пенису этот торт в ебальник прямо, размажь по пиздаку пениса, я тебе десятку типа скину. 3 по 500 с моим именем. А я сказал, нет, брат, сори, блин, типа, о, мамонт. Сейчас, братан, спасибо. Я сказал, десятку это мало, типа, это, взять торт и морду пениса вымазать. Вот так прикинь, да, говорит, торт от пениса морду, за... и сфоткать телеграм, типа, морду пениса в торте. За десятку, блин, ага, блин. Вообще, а пенис, сколько? Сколько? Тридцатка, блин. Погнали, нам нужны, сами. Блядь, слитки. Нам что-то обменивать, потому что нам слитки нужны. Блядь, в натуре, пиздец, я дебил. Тихо. Ебать ты лох, конечно, пена. Я и есть пена. Да иди ты нахуй, деп. Саня! А-а-а. Пойдем в лаву. Пошли. Что? Ты все еще ешь? Не. Свинюка. Ось, грибосвет, Саня. Кто, блядь? Грибосвет, смотри. Мамонт. Надо еще грибосвет тогда взять. Да смотри, вот. Ля! Прикинь, мамонты как будут подсвечены. Вон они, давай их нахуярим, и там таблички по 5 будут. Давай. Давай. Вот они, смотри. Это, блядь, все грибосветы. Мы можем дом сделать из грибосвета. Прикинь, блин. Там, да, уже Яша пошла, осторожно. Блядь, пизда. Ой, блядь. А нахуй ты сломал? Саша, сука! Бля, там все сгорело, все, что у тебя в инвентаре было. Нахуй рот ебаный, блядь. Свинтус ебаный, блядь. Бля, сука. Сейчас я мамонтам красоту сделаю. Саня, посмотри, это просто... Сейчас я факел уберу. Прикинь, да? Ля, мамонты как кайфуют. Вот эта табличка вот, это вот 20к. Вот тут вот 4 штуки будет на огненных блоках. Это самое элитное будет по 20к, смотрите. Вот, это на вот этом вот. Вот, смотрите, они могут быть зеленые, могут быть красные. Главное, что на вот тут, вот они прям на огненных камнях, смотря. Саня, ля, как придумал. Где? Надо вот, много. Смотреть самые элитные, ля. Прикинь, да? Угу. Да, это по 20-ке только, это самое для самых, дед, элитных. Сделай за 20к на алмазном блоке, чтобы мамонты охотнее донатили. А вот на огненных, это еще круче алмазных, это вообще только в лаве добываются. Вот, 20к. Вот, знаешь как? Или знаешь как? Вот так вот, смотри. Вот. Вот так вот, смотри. Вот здесь. Да, тут что хотите, то и написано будет, а прям самые найдите крутые. Найдите под землей в пещерах светящихся осьминогов, чтобы красить сам текст на табличках. Вот за, Саня, это бы я реально 5к отдал. Также еще на текст красить. Нам нужно, Саня, светящий осьминог нужен, чтобы красить текст на табличках. Еще да, плюс 20к. Ты спалил креатив режим, блин. Да, все. Я вот ради вот этого. А, ну это можно, да. Шо? Смотри, я его покрасил, у него теперь синий ник. Где? Вот, ты видишь анус? У него он теперь синий. О, это еще плюс 5. Да. Они по всему дому бегают. Ого, дед, изобрел NFT. Смотрите. Дед, тебе денег не жалко.
Хоть ты и дурак, Амалхан, но настроение Вондер. Делаешь сердечко. Вондер, спасибо за косар, братишечка. Я тебя как раз вот переименовать желтым цветом сделал, братан. Спасибо тебе огромное. Я как раз себя желтым цветом... Саня, давай свинью загон делай. Вондер называть надо. Именую табличку Вондер. Да, да, сейчас я дерево на дно. Спасибо, братишка. Первый пошел, Саня, давай загон для свинюки. Ой, в смысле, давай, барана. Ита. Спасибо, братишка. Дед, тебе осталось подрубить площадку, на которой зяблики могли бы торговать табличками друг с другом. А ты мог бы брать комиссию с каждого торга. Да. Точно, братан. Вандер. Вандер. О, есть. Вот, первый пошел Вандер, брат. Блядь, у нас коза сбежала, дебил, блядь, нахуй ты открыл. Блядь, Саша. Коза сбежала. Вандер есть у нас, братан. Вандер готов, братичка. Сейчас. Ну все, 500. Вот напишите, каким животным вы хотите быть. Да, вы можете сами сейчас в чате выбрать, каким животным вы сегодня хотите быть. 500. Любым 500. В ограниченном количестве будет. Кто? Знаешь что, смотри. Кто? О, это уже по 1000. Это по 150. Саша, сделай свинью. И табличек дай. Вот, смотри. Да, Лерочка, ты в углу сидишь. Да, а ты что бегаешь возле меня? Ты в углу сидишь. Да. А что ты бегаешь возле меня? Нормально, Сань. Оля. Ебать, осел какой блатной, слышишь? Это ж осел? Это крутой. Это лама. Лама за 2000 уйдет. Лама как раз за 2000 уходит. Да. Сейчас меня кушать просит, смотри, как на тебя смотрит. Саша, отойди. Да. Привет, дед. Привет. Сделай меня курочкой за 150. Да, Саня, курочку, Саня, перед... курочку. Фильмора. А курочку одну сделай, пожалуйста. Фильмора, курочка. Сделай меня коровой за 150, пожалуйста. Еще это корову, Саша. Юсик назови, Саня. Еще можно кролика фриланчера. Саша, поперли, Саня. Давай еще кролика филанчера.